Друзья, всем огромный привет! Сегодня готовим простой в приготовлении, но очень вкусный пирог со сливами. Пирог очень нежный и ароматный. Вместо слив можно использовать любые ягоды или фрукты. Состав и количество ингредиентов найдете в конце видео или в описании. Миску разбиваем 3 яйца. Всыпаем сахар по весу 180 грамм. Щепотку соли и хорошо венчиком перемешиваем. Перемешиваем до посветления массы. Теперь в яичную массу добавляем 100 грамм майонеза. Майонез берите любой на ваше усмотрение. И снова венчиком хорошо соединяем. Друзья, наступило время поставить лайк и подписаться на канал. Так вы помогаете развитию канала. А еще буду рада вашим комментариям. А теперь добавляем пшеничную муку по весу 200 грамм. И сразу чайную ложку разрыхлителя для теста. И перемешиваем до однородной консистенции. Хорошо перемешиваем, чтобы тесто получилось гладкое и не было комочков. Теперь берем подходящую форму. Смазываем кусочком сливочного масла. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Половину теста выливаем в форму и распределяем. Ко второй части теста добавляем столовую ложку какао-порошка и хорошо венчиком соединяем. Теперь темное тесто вливаем сверху. Затем берем сливы, разрезаем и удаляем из них косточки. Выкладываем сливы сверху на тесто. Ставим пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем пирог 40 минут. Готовый пирог достаем из духовки, остужаем и извлекаем из формы. Нарезаем пирог на кусочки и наслаждаемся. Пирог получился нереально нежный, вкусный, ароматный. Желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в комментариях.